3000 рублей в месяц, ничего не делая, не выходя из дому, и не надо ни копейки никуда вкладывать, ничего вообще делать, не надо никакой товар продавать, никому ничего втюхивать не надо. Не может быть, какой-то лохотрон и фигня, сказал я сам себе, и решил сам все посмотреть и проверить. Погнали! Привет, друзья! Вы на канале «Время Китая», и хотел я вам показать вот такой вот сайт, называется он Cryptex. Здесь снизу подписано «Зарабатывай деньги», установив Cryptex на компьютер. Cryptex генерирует криптовалюту, выплачивая за это биткоины и настоящие деньги, будь то это рубли, доллары и другая валюта. Я прочитал, ничего не понял, но ничего страшного, я потом разобрался. Итак, друзья, как вы досмотрите мой видеоролик, снизу под ним будет ссылочка на этот сайт, переходите, посмотрите. Здесь расписано, как это работает, пример скриншота, сколько можно зарабатывать. Если у вас обычный компьютер 1500 рублей, геймерский 3000 рублей, топовый 9000 рублей. Это все примерно, нужно смотреть, тестировать. Здесь написано минимальная сумма для выплаты 50 рублей. На сегодняшний день, это 21.01.2018, минимальная сумма выплаты примерно 400-450 рублей, в зависимости от курса биткоина. И написано, с чего начать. Вам нужно наверху справа нажать на кнопочку «Регистрация», вводите ваш существующий e-mail, придумываете пароль, подтверждаете пароль, нажимаете «Зарегистрироваться», потом переходите на почту, подтверждаете ваш e-mail и попадаете уже в личный кабинет. И вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь у вас будут все нолики, потому что вы первый раз зашли. Снизу слева будет кнопочка «Скачать Cryptex». Нажимаете на нее, нажимаете «Сохранить». Программа сейчас скачается, и мы будем ее устанавливать. Программа скачалась, нажимаем два раза и нажимаем «Запустить», «Установить». Вылезла у нас программа Cryptex, вводим наш e-mail и пароль. Ввел я почту и пароль, нажимаю кнопочку «Войти». Происходит скачивание дополнительных файлов, у вас все так же будет, ждем. Появилось у нас вот такое вот окошко и написано: для генерации криптовалюты используются ресурсы процессора и видеокарты. Сейчас мы проверим, на что способен твой компьютер. Проверка необходима для успешной работы и займет от 1 до 10 минут. И кнопочка «Я все понял, начать проверку». Нажимаем, и минут 9-10 наш компьютер будет тестироваться и оценит наш компьютер, его мощность и примерно выдаст, сколько мы будем зарабатывать в день, в месяц. Ждем. Тест у нас закончен, мы видим, тесты видеокарты пройдены, тесты процессора пройдены. Если у вас все есть, то отлично, нажимайте «Начать делать деньги». Если у вас здесь пишет ошибку, то попробуйте обновить драйвер на видеокарту или почитайте вопросы и ответы. Итак, нажимаю я «Начать делать деньги». Здесь у нас пауза, отчет, и сейчас все будет. Видим, в данный момент мой компьютер зарабатывает 46 рублей в день, и в месяц это получается 1432. Почему так мало? Потому что программа включена не на 100%, и в данный момент я записываю видео с экрана рендеринг. Смотрите, друзья, есть настройки. Здесь у нас есть два важных пункта. Это использовать процессор для заработка денег, то есть сейчас галочка не стоит. И есть использовать легкий режим, галочка стоит. То есть, когда у нас стоит легкий режим, мы спокойно зарабатываем деньги, пускай небольшие, но компьютер наш не нагружен. Как видите, процессор у нас не нагружен, видеокарта у меня также не нагружена. Без проблем можно работать, играть в игры. Я играл в Dota 2, все без проблем и шло, и не тормозило. Итак, друзья, как видим, цифра прыгает, там 46-50 рублей. Ради интереса попробуем включить полный режим и нажать «Использовать процессор». Примерно посмотрим, какая будет сумма. Как мы видим, примерно 67 рублей, 2077 рублей в месяц. Ну, мы сами понимаем, потому что в данный момент происходит запись видео, происходит рендеринг, видеокарта нагружена. Если я все выключаю,
то заработок намного больше. Я вот сделал скриншот, и здесь все прекрасно видно. Примерно сколько я зарабатываю в месяц. Что я могу сказать? Процессор мой нагружен на 100%, но у меня i5 четырехъядерный, 3 ядра у нас нагружены, 4 ядро у нас не нагружено. По видеокарте греется она всего лишь 45 градусов, у меня стоит GeForce 960, процессор тоже холодный, 44-54, все отлично. Открыл я диспетчер устройств, чтобы вы видели наглядно, вот GTX 960 от MSI-ки. А процессор Intel Core i5 4590 с тактовой частотой 3,3 ГГц, 4-ядерный. Давайте зайдем в настройки, включим легкий режим, чтобы нормально смогли записывать видео. Как вы видите, друзья, я уже заработал 496 рублей, доступно к выводу 481 рубль. Примерно за дней 5 я намайнил такую сумму на одном компьютере. И теперь попробуем ее вывести на Kiwi. Итак, друзья, зашел я в свой личный кабинет. Видим, у нас баланс 505 рублей, наши биткоины. Хочу заметить то, что мы зарабатываем в биткоинах. То есть, допустим, там за 5 дней мы намайнили вот такую сумму в биткоинах. И все, и больше не запускаем эту программу. И получается, на сегодняшний день, допустим, это 505 рублей, а через месяц-два эта сумма может быть уже 1000 рублей и 2000 рублей в зависимости от курса биткоина. Итак, давайте попробуем вывести деньги. Нажимаем «Запросить выплату». Вывести деньги мы можем сразу на Kiwi или на биткоин. В чем мне понравился этот сайт Cryptex, то что есть возможность вывести сразу на Kiwi. Нигде вроде бы такой функции нету, то есть нужно выводить сначала на один кошелек биткоин, потом через какие-то обменники с биткоина там на карточку, то есть геморрой, куча берут процентов, а здесь напрямую можно вывести на Kiwi, а с Kiwi, как вы знаете, можно вывести на любую карточку, Visa, MasterCard, даже на карточку РНКБ, если вы находитесь в Крыму. Зашел я в свой Kiwi кошелек, как мы видим, на рублевом счете у меня 62 рубля, на долларовом счете 0,79 рублей. Заходим в Cryptex, прописываем ваш Kiwi кошелек, сумма к выводу 466 рублей 75 копеек. Нажимаем «Запросить выплату». Видим мы надпись «Подтвердите выплату» через ссылку, отправленную вам на электронную почту. Заходим на почту. Как мы видим, мгновенно пришло мне письмо 466 рублей 36 копеек и ссылка. И нажимаем на эту ссылку. Как видим, статус выполняется, и через некоторое время нам должны поступить деньги на Kiwi кошелек. Смотрите, друзья, прошло буквально минут 5-6, я сам в шоке, смотрел другие видеообзоры, люди говорили по 40 минут, по часу, там у кого-то сутки, буквально, не знаю, 5-6 минут и деньги пришли. На счету рублевом уже 528 рублей, как мы видим историю 23 января, сегодня пришло мне 466 рублей 36 копеек. Все отлично, все супер, программа Cryptex деньги платит, буквально за 5 дней 446 рублей, с учетом, что не постоянно компьютер был у меня включен, это просто круто. То есть смотрите, друзья, если у вас примерно характеристики компьютера как у меня, то вы будете зарабатывать примерно 3000 рублей в месяц. Если хуже, то меньше, если круче компьютер, то больше. Какие у меня планы? На сегодняшний день я зарабатываю с помощью вот этой вот программы Cryptex 3000 рублей в месяц. Потом я хочу насобирать денежку, купить какую-нибудь видеокарту. И в моем компьютере будет стоять уже две видеокарты. И буду зарабатывать я уже не 3000 рублей, а там 5-6. Потом через некоторое время еще видеокарту, буду уже 9000 в месяц. И так может до 15-20. И получится, что я ничего не делаю, а деньги будут капать. Еще хотел кое-что вам рассказать, друзья. Если у вас, например, компьютер или ноутбук очень слабый и зарабатывает он в месяц там рублей 200-300, не расстраивайтесь. В принципе, вы можете приглашать друзей и от их заработка получать 5%. Заходите в ваш личный кабинет, здесь у нас есть деньги за друзей. Вот ваша реферальная ссылка, вы ее оставляете друзьям, кидаете в личные сообщения, они регистрируются. Ваши друзья зарабатывают деньги, ничего не теряя, вы получаете 5%. В принципе, тоже неплохо. Огромное спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Если я был вам полезен, не поленитесь, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще много чего интересного. Всем удачи, пока-пока!